Ребятки, всем привет! Сегодня выбрались на Налима. Первый раз решили попробовать половить его весной. Как раз такая Налимия погода, дождь, ветер. В общем, друзья, смотрим, что из этого получится. Ребятушки, короче, вот у нас готовим спиннинги. Сейчас будем ловить ерша. Натянули вот такой тентик. Туда сложили вещи. Червячок, все, катушечки. Сейчас грамотненько поймаем наживку. С собой, кстати, взяли тоже карасика чуть-чуть на всякий случай. Если ерша не возьмем. Ну все, рыбалка потихоньку начинается. Давай, ершик, ловись. Ну, друзья, ну вот поставили донышки на ерша. Сейчас еще, наверное, воткнем две наживца на плотвичку, которую купили на рынке. Ну так, вдруг что. Потом, соответственно, поменяем плотву на ерша, которого, естественно, мы поймаем. Ну и как-то так. Блин, наверное, присел уже. Давай. Давай. Сидит вроде. Сидит? А-ха-ха. Не-не, сидит, по концу-то видно. По отломанному. Что что-то есть. Мишаня обрыбился, ребят. Опа! Нифига себе плотвица. Вообще зачет. Только смотри, она, короче... Покоцанная, да? Покоцанная. Придется отпустить, да, она какая-то, смотри. Это не щука, это какая-то болезнь. Лист какой-то. Ну давай, поймал, отпусти, Мишан. Но все равно, если такая плотвица клюет, блин, грамм по 350. А я не знаю, Мишан, отпускай. Такую обычно люди не берут. Поймал, отпусти, ребятушки. Сейчас есть. Нормально. Кусок, что ли? Все нормально. Борется реально. А кусок? Нет, да, окунь. Нормуль. Сразу почувствовал. Тёма, смотри, ты уже это самый спец. В рыбалке рыбу определяешь, которая на крючке сидит. Ну, нормуль. Подлещик. Так и этот экземпляр. Нормально. Так. Первый штрих к приготовлению баранины. Вот так вот все это дело выглядит. Посмотрим, что получится. А получится, как всегда, вверх. Вот, ребята, вот такое вот объедение нас ждет. От баранины никогда не откажемся. Лучшая пища в походе. Оно? Огонь. Тём, у тебя... Это бомба. Так, что тут у нас? О,
О, плотвичка. Вот, ребят, плотвичка, смотрите, куда пойдет. Кс-кс-кс. Хоп. Ушел. Что, друзья, пришло время выставляться на налима. Вот, допустим, ёршика берем. И между ноздрей, чтобы не слетал. В таком виде. Его и ставим. Так, второй ёршик пошел. Все, ребят, ну вот выставили, короче. Раз, два, четыре, пять палок. Два ерша, карасик, плотвичка и окунь. Так что, надеемся, налим что-то выберет по вкусу. Что, у нас практически половина десятого, налим пока молчит. У нас вторая партия баранины, еще не до конца стемнело. В общем, ждем, надеемся и верим. Так, ребят, у нас вроде первая поклевка была. Сейчас еще раз поползновение будет. Только сняли мясо, все бросили, прибежали сюда. Давай, Миша. Есть же, да? Давай. Мишань, посильнее крути, а то сейчас на бровку. Тёма, а ты там его лови давай внизу. Вот он, вижу. Ну такой. Но есть. Хорош. Ну что, с почином? Но... Нормуль. Первый есть. Мишань, поздравлям бы. Ну сколько? Ну 350, наверное, 400. Вот. Все. Красава. Так, у нас, возможно, вторая поклевка. Опять колокольчик ни хрена не звонит. Но что-то происходит. Так, ладно, пробуем, друзья. Сидит, по-моему. Сидит. О, видишь как? Ну, какой-то вялый, блин. Ну, вообще вялый. Но зато, видишь, как я увидел эту поклевку. Начал биться. О! Разрачивается. Да не, такой же, как у Мишани. Чуть-чуть поменьше, да, меньше. Так. Ну, вот такой вот, ребят. Смотри, а что тут, кстати, стояло? Вон он ерша заглотил, да, соответственно. В общем, просто без поклевки. А они все, походу, тут насаживаются. Ну, такой. Вот еще один, друзья, заглотивший. Ну, третий уже. Такие вот. Мелкие, правда, но приятно. Весенний. Вот так вот, друзья. Тихий секс. Среди ночи. Причем мелкая шпилит большую. Тём, давай отрежь, пожалуйста, вот этот террабор. Подожди, дрон там попробуй, может, достанет. Вот. Очередной глист. А смотри, а тут ничего нету. Достал? Тоже, смотри, заглотил как. По традиции зарыбляем водоем. Хоп. Все, ребятки, вы на воле. Друзья, ну что, 12 часов. Начинаем собираться. Весь день лил дождик, промокли, надо двигать уже к дому. Можем было, конечно, еще остаться, но достаточно. Так что все, всем удачи и пока.